Shri Shri Radharasa Sudhaniti, verse 76, commentary Shira Prabhupada Sarasvati. О Нагари, Lady Love. О Нагари, о возлюбленный. When can I take Krishna's yellow cloth that you mistakenly took with you in the morning from your body and give you another garment? Когда же я смогу снять желтые одежды Кришны, которые ты ошибочно взяла с собой утром с твоего тела, и дать тебе другие одежды? When can I run out to bring the blouse that you forgot in the love bower at night's end? Когда же я побегу в пунжу, чтобы забрать оттуда блузу, которую ты забыла в роще любви в конце ночи? When can I bind your hair braid, restring your broken pearl necklace, paint eyeliner around your eyes and cover up the bruises caused by Krishna's lovemaking on your body with colorful substances like musk or vermilion? Когда же я смогу заплести твою косу, нанизать твое разорванное жемчужное ожерелье, подвести тушью твои глаза и замаскировать следы от любви с Кришной на твоем теле такими красящими субстанциями, как муск и киноварь? Maybe one more time. We read again. О Нагари, Lady Love. О Нагари, о возлюбленная. When can I take Krishna's yellow cloth that you mistakenly took with you in the morning from your body and give you another garment? Когда же я смогу снять желтые одежды Кришны, которые ты ошибочно взяла с собой утром с твоего тела, и дать тебе другие одежды? When can I run out to bring the blouse that you forgot in the love bower at night's end? Когда же я побегу в кунжу, чтобы забрать оттуда блузу, которую ты забыла в роще любви в конце ночи? When can I bind your hair braid, restring your broken pearl necklace, paint eyeliner around your eyes, and cover up the bruises caused by Krishna's lovemaking on your body with colorful substances like musk or vermilion? Когда же я смогу заплести твою косу, нанизать твое разорванное жемчужное ожерелье, подвести тушью твои глаза и замаскировать следы от занятий любовью с Кришной на твоем теле такими красящими субстанциями, как муск и киноварь? Я хочу кое-что сказать. Прежде всего, то, что здесь, в этом стихе, снова и снова возникает вопрос: когда? 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 Вот я сейчас вижу три раза, как минимум, когда. Вот. Это вопрос означает жажда. У садаки есть два признака, два чувства, которые одновременно… Два признака, да. Это утканта, то есть жажда, она выражена здесь словом «когда», и абхеш — погруженность, погруженность — объект своей привязанности, постоянной, то есть и особая привязанность сердца есть. Вот, и это выражено здесь словом «когда». Также здесь вот то, что сразу же для меня так бросается в глаза, это…
Шрипад Прабхупада Сарасвати говорит, когда же я смогу снять желтые одежды Кришны, которые ты ошибочно взяла с собой утром? То есть описывается конец ночи, ночь закончилась, и мы сейчас будем читать комментарии в определенных условиях. Шримати Радика, переполошенная, как и Кришна, испытывая некоторый страх, они быстро одеваются, и в том числе произошло то, что Шримати Радика по ошибке одела на себя одежду Кришны, эту желтую одежду, ну, питамбара, верхняя одежда. Идем, Рада Чаран Прабу, на английский. Мне перевести? Да. Или вы сами? Хорошо, я сам переведу. In this world, what I can see is three times, at least three times, the question of when coming, when I can take out the yellow garments of Krishna, when I will run to the kunja, when I can take out, I can make your braid, like this. Sadaka has two symptoms. First symptom is utkanta, means eagerness. When I will receive the service, when? And second symptom, abhesh, means complete absorption on the object of his attachment. Shrimati Radhika, Ishtadevata. And second thing, what has come to me, then I hear, when I can take out the yellow garment of Krishna from you, which you took on yourself by mistake. Because at the end of night was a particular situation and some urgent situation and some fearness, another in Mohan, they changed their clothes and Shrimati Radhika took Krishna's pitambara, yellow garment. And yes, Shrimati Radhika, she's in mood. She's always in your mood, but Manjari must be very attentive and found, wow, it's not proper. It couldn't be, she couldn't allow this, otherwise her secret will be open for hours. It's not possible. She is guarding Shrimati Radhika's secret so strongly. Mm-hmm. She couldn't allow what this yellow garden will be. That's what I think and feel when I hear this. Mm-hmm. This is the form of all these verses with Vilapa Kusmajari and the Radharasa Suraniti. It's always, when will I be able to do this? When can I do that? And it's not always in the Sanskrit, actually. Here it actually is. But often in the verses, it's just, may I do that, please? Mm. It's a desire to do it in the Sanskrit. This feeling can be expressed by other words, but this feeling always there. You feel the when, yes. Yeah. In Sanskrit, it's kada. Гавида Махня, вы слышали, что Удава Прабху сказал? Я не очень хорошо, тихо он говорил. Я переведу его слова. Он сказал, что и Вилапа Кусуманджали, и Шрирада Расуданитхи, мы можем постоянно встретить это чувство, вот эту жажду обрести служение. И не всегда оно выражено словом, вопросом «когда». Оно может быть выражено словами пусть так случится, там, и так далее. То есть это может быть выражено другими словами, но это чувство присутствует. It's always something that Prabhupada wants to do in the future, but it's already thought through completely. He already has a complete vision of what it will be when he can do it. Слышали сейчас, да? Можете перевести? Удава Прабху говорит, что... Ой, слушайте, давайте вы переведите, просто я боюсь, что... Хорошо, насколько я понял. Сказать, я когда слушаю, я это принимаю, а слова, на словах я не концентрируюсь, боже мой. Хорошо. Когда Прабхупада Сарасвати говорит, когда... То есть он проявляет свою жажду обрести служение, но в тот же момент появляется видение, и он уже служит. То есть его жажда только проявилась в сердце, и он уже получает видение, милость Шримати Радхики, и он уже видит, как он служит. То, что он хотел, это появляется перед его взором. It's always a coming
pleasure, a coming fulfillment. It's, he has this desire, strong desire. He express his desire and vision coming when he already doing this. Yes, and it's complete vision. Это полное видение. What does it mean, complete vision? I mean, it's a very clear vision of the cloth. And то есть полное видение означает, что он видит во всех деталях все. И одежду, и ситуацию, и звуки, и запахи, все, полное видение. But he is still unsatisfied, right? He is unsatisfied by this. Because it's not yet done, he can't yet do it. He's longing. Although it's very like tangible, right? It seems like tangible, but amazingly, he's not satisfied by this. That's actually this word utkanta. Means not only eagerness, it means also not possible to satisfy. And no, also this is his sadhaka deha, he came back sadhaka deha. If siddha deha is not like this. So, but you know, just he's now sadhaka deha, but remembering when he saw in siddha deha. So therefore this kind of, you know, more eagerness coming because I was there, but where I can again like this. Переведите, пожалуйста. Джайнанда Махарадж говорит, что он возвращается в свою садакадеху, поэтому он не может быть удовлетворен, и он всегда жаждет находиться только в сидадехе, не выходить из нее. Поэтому его вот эта жажда, его желание, оно не может быть удовлетворено, то есть оно всегда остается удовлетворенным, потому что он не может полностью, да, находиться в сидадехе. Также я добавил, что слово «утканта» означает не только жажда, но также означает неудовлетворимое желание в том смысле, что вот обычно человек сделал дело и гуляет с него, то есть он сделал хорошее дело и успокоился, больше нет зачем делать хорошее дело. Но «утканта» прямо означает, что служение должно быть непрерывно, постоянно. Это невозможно удовлетворить это желание. Нужно еще, еще, еще. Что значит «утканта»? «Утканта» means… I know three types of prema in Vraja. Vivek Shunya prema, Vishrama prema, and Utkanta prema. Vivek Shunya prema means no so much understanding what is happening, like trees or plants or some insects. They're thinking, Krishna just was here. He will soon return, but he actually in Mathura and not return. But they not understand this. It's called Vivek Shunya prema, no Vivek. Vivek means discrimination. Yeah, discrimination. It's nothing. Можно перевести иначе. Три типа према во Вриндаване. Первый — это Vivek Shunya prema, которые обладают различные растения, деревья, то есть те, кто не могут иметь развлечения, да, и они не понимают, Кришна, он ушел куда-то на пастбище, вернется, либо он, может быть, уже в Мадхуре не вернется, но у них нету этого понимание и развлечение, поэтому этот тип называется Vivek Shunya prema. То есть те, у кого такая према, не испытывают сильные разлуки, потому что они не понимают, что Кришна ушел. Второй вид премы называется Вишрамба према. Это према в близких отношениях, такая как у друзей Кришны. Они в этой преме, когда Кришна уходит в Мадхуру, видят спурти. Когда видят спурти, удовлетворяются. То есть испытывают радость встречи в момент видения спурти. Второй вид према. Они испытывают радость от того, что Кришна появился в их внутреннем взоре через спурти. Second type of prema in Vraja is Vishramba prema, and this type of prema belongs to Krishna's friends, because when Krishna is far away, when they see him in their hearts, in their spurti, they become satisfied somehow. So и this И наконец самое, то из-за чего я начал говорить, утканта према. Это према девушек Враджа. Утканта означает невозможно эту прему. Кришна не может ее насытить собой. Они хотят все время новое и новое служение. То есть утканта означает невозможно насытить. Они не успокоятся. И вот это проявляется, у садаки проявляется, вот этот утканта, жажда.
And the third type of prema is called utkanta prema, and it means that it's like unquenchable thirst. They cannot be satisfied by anything, by visions or by anything, and so they need more and more to see Krishna, to serve to him, and it's like unquenchable. They cannot be satisfied. That's why it's called utkanta, and in sadhakas, this utkanta is revealing. So even though Prabhupada has already had the experience in Siddhartha, she cannot wait to have it again. And that's what she's saying here. When can I do it again? I'm insatiable. Yeah, because this kind of, you know, if we want to Siddhartha, but it's not to depend on our will, depend on Radha Mohan's will. So sometimes we can enter in the kind of vision, enter in the leela. But sometimes, so this vision disappear. This is Radha Mohan's, say, kind of desire or, you know, wish. Somehow that we cannot see any vision. And then, become crazy. Because this leela or enter in the leela is not our will. Completely, you know, yoga maya or divine, you know, energy's will. So therefore, when? This is my understanding. И Джананда Махарадж говорит, что мое понимание такое, что вот это настроение утканты, настроение когда же это случится, еще и от того, что сам садака не может контролировать момент, когда он может войти в лилу. Это абсолютно от него не зависит, это зависит от милости, от йога майи. И он никогда не знает, когда в следующий раз он обретет желанное, да, видение, желанное служение. Поэтому его жажда вот эта тоже не может быть насыщена. Он не может насытиться, и она всегда у него свежая. Да, да, и Пидоадж добавил также, что это хотя Прабхупада Сарасвати — это сиддха, он же пришел из игр Кришны, из Рады Кришны, он там Тунгавиде Саки. Тем не менее, сейчас он обретает видение, виднее исчезает, и он снова хочет. И вот это вот его качество, его према, оно проявляется в данной лиле, потому что данная лиле — он садака. Можно я прошу прощения? Я не знаю, это уместно или нет. Как бы будет ли это каким-то расабасом? Просто... Я сейчас слушаю Дамодараштаку с комментариями вот Шрилы Гурудева на Райана Махараджа. И там Сатьяврата Муни тоже он проходит, да, как Гурудев объясняет. Он проходит эти стадии увеличения жажды. И вот на Райана Махарадж он комментирует, что вот признаком того, что он достигает Враджа Бхавы, да, из своей вот этой, как сказать, айшвария, да, настроения, признаком этого является то, что он говорит, что я не могу удовлетвориться, просто видя тебя в сердце. Я хочу видеть тебя вот по-настоящему, да? Так что дальше не пресс средства ведь глазами. She is now reading the book of Шанаранга Самарадж, Дамандараштака, with commentaries. Wow. And in this commentary, Шанаранга Самарадж explaining what Сатьяврата, in his praying, he is going up by increasing his desire, increasing. And he reached Utkanta with strong eagerness. And and how it's expressed by him, he told, now I'm not more satisfied by seeing you in my heart. Now I want to see you in front of my eyes. Wow. So this is which book? It was published by Шанаранга Самарадж. The title is Дамодараштака. Oh, Дамодараштака. Мы можем продолжить читать дальше. Уже комментарии сам. Если никто не хочет добавить, Дамодараджи, может, ты хочешь что-то добавить, поделиться? О, ради. Я боюсь, что я уведу вас совсем в другую сторону.
в сторону деталей картины. He's telling, I afraid I will lead you in other way towards many details. От вопроса жажды, от вопроса когда, от вопроса, который регулируется внутренней энергией, я уведу вас в сторону, поэтому не знаю, уместно ли сейчас это. Мадарджи, можно... если это или жажду, то это будет самое, так сказать, правильно. Мы сегодня читали, написано в Джайавадхарме, Шилатин Такур пишет в самом конце, если преданный не будет слушать такую катку, катку, жажда не возникнет. Тогда я поделюсь деталями. Хотя они разбросаны здесь такими мазками, всего в трех мазках эти детали, но по этим деталям можно собрать некоторую картину события, которая описывается. Мне переводить? Да. So Дамодар Прабху, he is saying that he's afraid that he could take us to some another small details, but Radha Charan, he was saying that today in the morning they were reading in Jaiva Dharma, if not discussing and reading and sharing such katha filled with utkanta, filled with this eagerness, we cannot do our bhajan. So Damodar Prabhu is saying that так, я уже забыла. я про мазки помню. Я не знаю, как по-другому. Три мазка, то есть там детали разбросаны, то есть тремя картинками. So details they are like scattering in smearing in three big three large this stroke like this. Первая картинка. The first image. Это питамбары или желтые одежды. First image is about питамбара, about yellow clothes. Исходя из того видения, которое подарил Гуру Дев, исходя из того понимания, которое он уже дал по отношению к этой лиле, мы можем сделать некоторые выводы о том, как это все происходит. He's saying that Guru Dev, he has already gave me this understanding of this lila and some image, some feeling of this lila, so we can see how it is going on. Там не ошибка, это не сумбурная ошибка человеческого характера. Это состояние пранаи. Только в этом состоянии возможно так подобное упорство Шримати, потому что здесь мы видим именно упорство Шримати, которое проявляется в убежденности в том, что она одета правильно. Хотя мы видим, что она без блузки. Я думаю, что там не только питамбара, но там полная убежденность в том, что она есть Кришна. То есть они это смена отождествления. Поэтому да. Потому что я думаю, очень ждут такие вообще такая чудесная мысль. So he is saying that Gurudev, he gave him the understanding of this lila, and he is saying that here we cannot speak about, you know, like in like we humans, like we are changing something, missing, and making mistakes while doing something. No, in that lila, in the morning, it was about pranaya. They changed roles. They changed their roles. That's why they were dressed in each other clothes. And he's saying that on Radhika there was no blouse, because Krishna is not wearing this. Yes, just pitambara and maybe other type of clothing of Krishna. So she was convinced that time in the morning that she's Krishna, and Krishna, he was convinced that he is Radhika. So it was not a mistake.
It was not in a hurry, you know, something you are doing very quickly in a hurry and making mistakes. It, she was persistent of her Krishna, that she's Krishna. She was persistent, so she put on her clothes, her Krishna clothes on her, and vice versa. Потому что Гурудев говорил, что это невозможно, чтобы Манджари могли допустить такое, чтобы Ратика ушла какая-то вот ненакрашенная, неукрашенная и еще в чужой одежде. Это невозможно. Он говорит, это not possible, говорит, это невозможно. Вообще, просто, это просто какое-то этот, новое, вообще, просто новое понимание. And Gurudev, he was saying that, can you imagine, Manjaris, they cannot allow Radhika to go out from the Kunj dressed improperly, not like didn't repair all her ornaments and without cosmetics and without all this camouflaging. Yes, so it's impossible because Manjaris is their service. So it means that it was like it was normal situation. So the Manjaris, they were aware what is going on, why they changed, and why it is proper to dress Radhika, that she is dressing like this. So it's not a mistake, and it's not their fault that they didn't do their service, because it's impossible. What does it mean, this rule? Это значит, в каком состоянии она была? В каком состоянии самоубежденности она была? В каком состоянии она покидала Кунджу? Удва Прабу, sorry, I didn't hear. I'm sorry to interrupt. What does this mean, this role change? Удва Прабу спрашивает, что значит, что они поменялись ролями? Что это такое? Это праная. Это состояние праная, когда... когда она считает себя Кришной, а он считает себя Ратикой. I think that it is the state of pranaya when they're changing roles, and Radhika, she's taking her as Krishna, and Krishna, he is taking himself as Radhika. Поэтому она одета как Кришна, и у нее распущенные волосы, у нее тхоти намотана, питамбар наброшен, и она вот такая без чоли, в смысле без этих, без верхней одежды, идет такая убежденная в том, что она и есть Кришна. И она не дает себя переодевать. Она не дает себя переодевать, хотя Манджари пытаются это сделать, пытаются как-то переодеть ее, пытаются взять одежды, пытаются это сделать, потому что она не украшена, а она убеждена в том, что все хорошо, потому что она Кришна. Она убеждает их в том, что она это все нормально, все хорошо, хотя ничего хорошо, хотя вообще ничего не хорошо. Она убеждена в этом состоянии. Because of this love madness, they changed their roles, and Radhika, she's leaving the Kunj in the morning dressed like a Krishna. Moreover, she feels persistent that she is Krishna, so she doesn't need a blouse, she just needs this pitambara and all these boys, yes, clothing. And her hair is open, and she's not wearing some this makeup, and she is going out thinking of her as Krishna. And Manjaris, they're trying to do something to dress her properly, but she's refusing. She doesn't allow them to do this because she's in Krishna state. So she's just going in this appearance, and Manjaris, they cannot do anything with this. Но и Кришна в этом безумии тоже играет соответствующую роль. В синем саре он, видимо, пытается все это привести в порядок какой-то, косу свою соплести, еще что-то. То есть они находятся вот в этом потрясающем состоянии. And Krishna also, he is taking part in this love madness. So he's trying to make his blue sari. He's trying to wear, to put it on properly, to braid his hair in a braid,
and to do something with his appearance to make makeup, so it's mutual their madness, beautiful and astonishing state of their being. Только представьте эту картину этого безумия. Представьте эту just картину. Imagine, he's saying, just imagine this image of this love madness. How it is astonishing. How it is. И дальнейшее описание происходит. Это поправить все, как сказать, все царапины и укусы, но чем? Киноварью. Киноварью. Это красная, яркая красная краска. Я замажу тебе киноварью. Это как место преступления, следы там обоют это, мелом, да? Это вообще, да. То есть это наоборот. Это вот это у меня царапина здесь, например. А я сейчас красной краской здесь намажу, типа замазал я. And also he's saying that, can you imagine what they're doing, what they are going to do? They are going to cover, to camouflage all these bruises and all these things. By what? By vermilion. And vermilion, it is red. It is bright red paint. So can you imagine if we will try to cover our these cuts and bruises with a bright red paint. It means like it's not camouflaging, it's opposite. Yes, we are making it more clear, more bright. So it's also it's some madness that's going on. Это открывает внутреннее состояние Прабхадананды. Вот это его внутреннее сумасшествие, потому что он также находится, он также отражает это состояние Шримати и пребывает в этом состоянии. Этого тоже вот такого безумия. And by this his intention to cover her bruises and cuts with this red vermilion, also it discovers his state of madness, that he's reflecting as Manjari, he's reflecting Radhika's feelings and Radhika's state of mind. So he also kind of crazy, he become crazy. That he wants to do this way. И заканчивает он глазами. Я подведу твои глаза тушью. Это значит, что глаза у нее размазаны, то есть у нее все, они размазаны, то есть от слез любви, от слез переживания, от слез этой вот. Этого состояния пранаи, это узнавание этого глубочайшего родства, узнавание этого глубочайших отношений, этого родства друг с другом, они в слезах. То есть они идут в слезах, оба в слезах, оба. В слезах у них все размыто здесь. И вот представьте себе эту картину саму, как они одеты, в каком беспорядке у них все. И они идут в этих слезах, держатся за руки, и у них все хорошо. And he's saying, the Damodar Prabhu is saying that another, this brush stroke of these details is these big, beautiful eyes that Manjari, she wants to put an eyeliner on these beautiful eyes. Why she wants to do this? Because now all cosmetics is in mess. Now it's all smudged and it's dirty. Why? Why it is dirty? Why it is destroyed, all this makeup on eyes? Because during their crazy, this pranaya, this love state, this high emotions, they had tears of love, tears of this close relationships. And in this state, they can know themselves better and each other better. So these streams of tears, they're like profusely, they're going and going. So the cosmetics become like mud, like dirty. So, and now together, this crazy couple, they're going out from the kunj with this
eyes with a mess on their faces because of these tears, but they feel themselves happy and okay. And holding hands, they are going out from the kunch. И для того, чтобы это случилось, чтобы привести в порядок, это здесь необходимо провести эту церемонию омовения, то есть смыть все эти краски ночи, смыть эти краски страсти всей. А для Ратики это все событие, для нее это как расставание с тем, что вот было с этими чувствами, и, а потом нанесение нового, то есть новый макияж это как рассказ о том, что было, и о том, что ее ждет. Это обещание следующей встречи, Кришна, следующая встреча. Он тебя уже ждет. Вот он уже здесь, он ждет следующей встречи. Это проживание, вот поддержание этого настроения Шримати, которое балансирует на грани потери и на грани обретения. Вот здесь вот. And what about this this service of putting the eyeliner? It means that Manjaris they need to make the full snan to her, the full bathing, and to remove all these pains of passion, the pains of their mutual crazy passionate state and madness of this night. And for Radhika, it means the loss of these feelings, because all this, it's her, their mutual feelings also. So she doesn't want this. But when they make this snan, this bathing, and they will apply this mascara and all this makeup, it means like a promise of the new meeting, of new love meeting with her beloved. What will be, how also Krishna is eagerly waiting for this new meeting. And Radhika, she is balancing between and staying and balancing between this state of loss and state of attainment of something new. So she's balancing on this. И здесь вот это когда связано с этой непрерывностью жажды служения. То есть Прабхадананда, он здесь уже планирует следующее служение. Он и одновременно завершает то служение, которое грядет, вот это служение, в котором Радхика отчаянно нуждается. Она не понимает, что она нуждается в нем, но она нуждается в нем. И планирует уже следующее служение, он уже жаждет этого следующего служения, переносит, и нас приносит это в следующую картину уже в дальнейшее. Вот. And when Shri Prabhadananda Sarasvati so many times he is saying, oh, when? It means that he is as a manjari, he is planning this service and also next service, because for him it's like continue of these services, it's like a role. So Radhika, she thinks that she doesn't need this service, but his kinkari, she knows that she needs it really. And she also is constantly planning next service. Вот, и возвращаясь к первой картинке, Как однажды настроение с вами не сменится, и для того, чтобы это настроение сменилось, и возможно было поменять одежду, здесь работает целая команда для того, чтобы сменить это, и это стало возможным. Вот это, если мы возвращаемся к первоначальной картинке смены одежд, то видим, что здесь Прабхадананда не один, а здесь целая группа, состоящая не только из манджари. Здесь и птицы, и животные, и саки, все участвуют в этой операции
потому чтобы сделать эту картину совершенной. And if we come back to the first scene of changing clothes of Radhika, we can see that not only Prabodhananda Sarasvati is taking part in the service as a kinkari, also other kinkaris and even animals, birds, sakis, they are like a team, like one team, like one group. They are trying to make this service the best. Yes, they are trying to change this clothes, and it's like an operation. They're doing it all together. Ради, ради. Надеюсь, я не очень далеко ушел от темы. Просто я, честно говоря, я вообще вот очень благодарна. Прямо это какой-то вот... Спасибо, родной. Ради, ради. Дамодар Папа, гейба, сомати, экспрессион. Спасибо, что... So last time we are reading Chaitanya Charitamrita, and Chaitanya Mahaprabhu and Ramanraya was his has compensation. Джайнанда Прабху говорит, что Дамодар Прабху подарил нам столько вдохновения и йоговый искусство. Мы читали Чайтанья Чаритамриту и беседу, где Махапрабху общался с Раманандой. And then he said. I think he attends kind of Gopi Baba or something. Then Mahaprabhu said, please talk more, please talk more, please talk more. И они постепенно двигались в своей беседе, достигая уже Гопи Бавы, и всегда Махапрабху говорил, скажи еще, скажи еще. And then Ramananda said, I don't know anything, but I have one thing, but I don't know you like it or you don't like it. И когда его Махапрабху подбадривал, он говорит, я ничего сам не знаю, я ничего не могу сказать. Но он говорит, есть у меня кое-что, но я не знаю, понравится тебе то, что я скажу или нет. And then Ramana start talking. Prima vila svivanta. Yes. And then one point like this. Don't talk. Don't talk. И тогда Рамананда Рай стал говорить према виласа виварту. И слышу, sorry? So виварта means illusion. Виварта значит иллюзия. So према виласа. Према is like a pastime, amorous pastime. But prema illusion. Према виласа виварта — это иллюзия, возникающая во время према виласа, любовной игры. This mentioned at that time, Radhika acting as Krishna, Krishna acting as Radhika. Пожелал рассказать о том, как они меняются местами, да, Рамананда Рай, но Махапрабху закрыл ему рот. So completely they changing the role. Когда они полностью меняются местами, то, что Дамодар Прабху сказал. Because these things only Manjari could see. Потому что эту игру, эти вещи могут видеть только Манджари. But someone usually Saki cannot see this person. И обычно Саки они не могут лицезреть такие игры. But somehow Ramanraya is catching this. Но так или иначе, Рай Рамананде это стало доступно. And I remember how you say on some discussion, on some sharing that in Chaitanya Charitamrita each and every Махапрабху's близкие спутник, they all received Манджари Бава, although they were сакис. Я вспомнила. Yeah, I don't know, but you know, because Manjari Baba so tasteful, because completely mad, so Damodara Baba say pranaya, like oneness. But also we may say madanaki madanaki.
Like crazy, you know, completely crazy. Sometimes they forget everything. Am I Krishna or am I Radha? Am I wear cross or not? I don't know. I don't care. Я просто вспомнила, как на каких-то обсуждениях, вот тоже, да, которые Рада Чаран Прабху выкладывает, как сказали, что в читании Чаритамриты все спутники, те, кто являлись сакхи, они тоже обрели настроение манджари. Потому что и вот Махарадж говорит, что оно настолько вкусное, это настроение, и оно передалось так или иначе спутникам Махапрабху. И вот это состояние сумасшествия, вот этой пранаи, когда они полностью в забытии, да, божественное читая, они уже не понимают, кто есть кто, и это полное безумие. И это настроение, его могут видеть, да, только манджари. So, Дамодар Прабху said, because manjari could understand, oh my God, this time is very acute. You have to go back, otherwise, you know, sun is rising. Oh my God, what to do? Jatila. And Jatila, you know, suspect, or Mukara, suspect. И они, манджари, они следят за временем, потому что они понимают, какие проблемы могут возникнуть у божественной читы, да, если они опоздают, и там Джатила, да, может что-то заподозрить, или бабушка Мукара тоже может что-то заподозрить. So manjari try to fix, you know, manjari try to fix everything. Манджари пытаются быстренько все закамуфлировать, все поправить. But sometimes manjari also in hurry because no time. Манджари сами торопятся, потому что время поджимает. So sometimes, you know. Мукхара, все, Питамбара, он шиматерика. Я вот. So manjari try to fix everything, but Radha also, manjari also was very, you know, in hurry mood. So sometimes they're confusing. So they sometimes forget to exchange the clothes, sometimes, you know, exchange and also cover up the kind of bruise. И поскольку время поджимает, да, и манджари тоже очень торопятся и спешат, и поэтому иногда они забывают что-то сделать или как-то поправляют, может быть, несовершенным образом все эти синяки там и прочее. And then this lila is happening. This is, you know, Damodara Prabhu has very kindly explained, you know, in detail. I'm so happy. Thank you very much. Джайананда Махарадж говорит, я так счастлив, что Дамодара Прабху именно эти детали он настолько совершенно раскрыл, так много подарил вдохновения. Спасибо. Удова хочет добавить. Oh, just while I'm waiting, I want to come back to my question from some time ago. About what it means. What the means of it? Yeah, I mean, we learn that the difference between Radha and Mohan is very important. That the difference between lover and beloved, enjoyer and enjoyed is very important. Mm. And this Leela seems to say, and Damodara Prabhu says, seems to say, it's no meaning at all. It's just total craziness. They can switch. That is, it doesn't mean anything that they switch. They can switch if they want. And I'm wondering how can these two go together? It's important who is who, but now it's not important who is who. Говорит, у меня вот вопрос такой назрел. Ведь всегда мы это было важно понять, кто наслаждающийся, кто дарующий наслаждение. Это всегда было важно разделять, да, Радха, ее свое положение, у Кришны, у Мохана свое. Но сейчас получается, что в этой стадии вот этого любовного безумия они полностью смешают, ну, поменялись ролями, и как бы все запуталось. То есть я, говорит, не могу понять, все-таки важно это понимать, кто есть кто, либо все это не так важно, потому что они так как бы легко обмениваются этим ролями. Это важно понимать. Это важно понимать, потому что если
это обмен ролями, это уже событие. В духовном мире, как в материальном мире, все идет в событийном ряде, как отражение природы духовной событийности. Поэтому здесь, если не будет, если не будет предпосылок, тогда и не произойдет событие. А абсолютно истина, она живет событийным рядом, она живет от события к событию, от нового понимания себя. И здесь они обретают новое понимание себя, потому что они есть единое целое. И это смена ролей, это то состояние, в котором пребывает Гаура. Это то, как Гурудев объясняет. Га — это Говинда, который считает себя Ратикой, а Ра — это Ратика, которая считает себя Говиндой. И в этом состоянии пребывает Господь, в этом состоянии пранаи, вот этой объятий, где Ратика принимает главенствующую роль и выступает как Вишвамбара. Только вот в этом состоянии, в состоянии праная, но это уже событийное восхождение. Это событийное восхождение на следующую ступень. Она в этом состоянии уже раздает любовь. И мы видим, как Махапрабху это делает. Но это Ратика делает, потому что она находится в этом состоянии. В состоянии любви, вот в состоянии этого счастья глубочайшего. Это событийный ряд, события. Если не будет этапов, не будет границ, то не будет и события. Здесь нельзя все смешивать. Это смешение или потеря собственного отождествления абсолютной истины, она возникает как высочайший пик, как пик в развитии абсолютной истины, потому что абсолютная истина, она находится в постоянном развитии, и она развивается как чувство. Как чувство. Дамодар Прабху, he is saying that, yes, it's very important to distinguish between them, but he's saying that we need to understand that the Supreme Truth is developing itself like from event to event, because these events helps them to discover themselves, to discover each other, and to get a new understanding of themselves and of each other. So they are living like from event to event, and to have this event, they need to like make step by step. They need to be like different. Then this event will be changing these roles and new understanding, and then new and new and new, and like going up, up and up. And he's saying that our Gurudev is saying that actually this pranaya state, it's Mahaprabhu himself, because he's saying that the name Gora means like, why first is Govinda and then Radha? Because first Govinda, he's not Govinda, he's Radhika, who is seeing herself as Krishna, as Govinda. It is Radhika in this madness, in state of madness, and she is considering herself as Govinda. So it is Go. And Ra means Radhika, but it's not Radhika, it's Krishna, who in pranaya state thinks of himself as a Radhika. So this Gora, this his mind and his state giving this opportunity to give this love, because now they're like mixing and changing, and it's like the high, it's the peak, it's this pinnacle of their feelings, of their understanding of each other. So in this state, he can give his unconditional and love to everyone, like this, the most merciful, yes, the most generous. And we must say that it is Radhika who is giving this. My God, such nice translation going on. Wow. Must be difficult. Wow. Удава удивлен, насколько хороший перевод, потому что он понимает, что язык Дамодара Прабху очень непростой. То, что он объясняет, очень сложное, идея, очень сложное представление.
Like yeah, his explanation is so nice, but I like Krishna is Supreme Lord, generally speaking, and Radharani is most, how to say, best servant. But Krishna was thinking, oh, Radha is serving me, but she is most feeling, you know, she tastes most precious pleasure. I don't understand. So to serve Ishta, serve my lover is maybe more higher than taste, more higher taste. So Krishna is thinking like this. Then, like, you know, Seva Kunja, Krishna try, you know, Krishna want to serve Radharani. You know, massaging lotus feet, you know, it's all this, you know, seva. Usually Radharani do seva to Krishna, but Krishna want to do this seva. And then Krishna understand, oh my God, this is so amazing taste. And love is like a, not straight away. Love is like a crooked way, always moving. So means sometimes to taste other feeling, sometimes we know to exchange the role. Then Krishna or Radha could understand more feeling. And also Radha Krishna from beginning is one, but later on they separate. One soul, but two body. Then again, they want to co-plane on a kind of one soul. Also from exchange this body. This kind of feeling, oneness and also separation, also their feeling, another feeling. This is so Damodara Prabhu explained very nicely. So why is that? Because identity is important, but also try to understand other feeling also very important. Mm. So they mutually exchange, sometimes exchange, because love is very deep, and then sometimes oneness there, and then from beyond oneness, exchange also happening. Then beyond exchange, separation but meeting but separation. These things are happening. This our material understand, we cannot understand, but that's still very, very deep subjective. So, So Damodara Prabhu is very deep understanding. I am very learning from Damodara. Джананда Махарадж, он хотел так это подытожить, да, и так объять, да, всю картину. Он сказал, что, ну, вот как, да, мы считаем, да, вот Кришна, он Господь, да, Радика — это его Хладини Шакти, она ему служит, и ему, как наслаждающимся, всегда хотелось узнать, как это, когда мне служат, да, какие чувства она испытывает, и тогда он хочет послужить ей также. И вот в Савакунже, например, он предлагает ей различные виды служения, он расчесывает ей волосы, он омывает ее стопы, и он получает это новое осознание, что значит, да, служить. И он в этом столько вкуса видит, что его желание растет, да, понять это все больше и больше. И нужно понимать, да, что Рада Кришна — это одно, и как одна душа в двух телах, они разъединяются, потом им хочется снова стать одним, да, и когда они становятся одним, это чувство идет дальше, и они меняются ролями, то есть чтобы углубить это ощущение понимания друг друга, да, новое ощущение, пойти в это, потом они снова разъединяются, потом они… То есть это постоянно идет процесс встречи, разлуки, углубления чувств. Вот, и что там дальше было? Ну, он говорит, что это материальным, да, нашим умом таким плоским. Мы не можем это понять, но нужно понимать, да, как оно вот по татве, да, есть, грубо говоря, да, что они отличны друг от друга, но в то же время они вместе, да, и эта встреча и разлука — это постоянная вот их динамика. А еще он сказал, что любовь, она никогда не идет прямо, она всегда идет извилисто. Вот, поэтому их игры настолько
ну, они необычны, да, они нелинейны. Ну, мы можем продолжить читать. We can continue to Can we continue with commentary? The maidservant's expertise. Комментарий называется «Опыт служанки», «Опытность служанки». Да, правильно, «Опытность». It is the end of the night, and Radha and Krishna are fast asleep in the bower house. Конец ночи, и Радха с Кришной спят. A soft Malayan breeze blows, carrying the fragrance of the blooming flowers from the vines and the trees inside the grove. Дует нежный малайский бриз, принося в рощу кунжу аромат цветущих цветов лиан деревьев. I have a question. У меня вопрос, что значит малайский бриз? Кто-нибудь может ответить? If someone knows Malayan. What does mean Malayan breeze? It's like before I thought it's like some mountains. Yes. There's sandal trees growing, and from them this breeze comes with aroma of sandal. Yeah. Before I thought like this. But not. То есть до этого я слышал так, что есть некоторые горы или горы, где растут сандаловые деревья, и оттуда ветер приносит этот аромат сандала. Вот. Mm-hmm. И алайский бриз означает вот этот бриз, ветерок, который принес этот аромат оттуда. Вот так я думал. Может, как-то по-другому что-то? Yeah, I think so. Yeah. Because like Malaya is very famous for sandalwood chandan. So this I don't know. This coming from Malay, you know, this kind of direction or this kind of Malayan direction, or they are carrying the chandan. But I guess this is mentioned, you know, soft Malayan breeze blow means, you know, so much including aroma of flower and also including chandan also. This kind of mention this Malayan, but I don't know really. But usually, you know, chanda, we can image. Джананда Махарадж говорит, что обычно, да, малайский бриз — это ветерок, который с малайских гор, где растет множество сандаловых деревьев, приносит вот этот аромат, возможно, вот этот чанда, да, очень интенсивный, приятный аромат. Он тоже такое понимание слышит. Но, может быть, кто-то какое-то другое имеет видение, да, понимание. Intoxicated bees buzz around the honey-filled flowers, and Vrindavana's birds are singing ever so sweet. Пьянённые пчёлы жужжа летали вокруг полных мёда цветов, и птицы Вриндавана очень сладко пели. The maidservants wake up and collect the paraphernalia for their service. The hairs on their bodies standing up in ecstasy when they see the matchless beauty of the divine couple through the holes of the bower's foliage. Служанки просыпаются и собирают параферналии для своего служения. Волоски на их телах встают дыбом, когда они видят через щели в листве кунжи неописуемую красоту божественной четы. Бринда Деви then engages her parrot couples in awakening the divine couple with sweet and softly recited verses. Затем Бринда Деви занимает чету попугаев в пробуждении божественной четы декламированием сладких стихов. When Radha and Krishna rise, their eyes are filled with the sleep, and their hairs and clothes are still disheveled from making love. Когда Радха и Мохан пробуждаются, их глаза выглядят очень сонными из-за любовных игр,
их волосы расплетены и одежда разбросана. Shri Radhika has Krishna's yellow cloth on her, and Krishna has Radhika's blue cloth on him, but they don't notice it. Шри Радика одела желтую одежду Кришны, а Кришна одел ее синей одеждой, но никто из них не заметил этого. The maidservants now enter the kunja and begin with their blessed services of giving water and betel leaves and arranging the divine couple's hair and clothes. Сейчас служанки входят в кунджу и начинают свое блаженное служение. Они подают воду, листья бетеля, причесывают волосы божественной четы и приводят в порядок одежду. Шрипада, in his kinkari form, is also blessed with one of these services. Шрипада в форме кинкари также благословлен одним из таких служений. She awakens Shrimati by saying, "O Nagari, you are so expert in love play. Don't lose your attention because of this deep absorption." Она пробуждает Шримати, говоря ей: "О Нагари, ты очень опытна в любовных играх, но не теряй свое внимание из-за глубокого погружения." Your girlfriends can be here at any moment. And they'll make fun of you when they see you dressed and ornamented like this. Мои подруги могут прийти сюда в любой момент, и они будут подшучивать над тобой, когда увидят, как ты одета и украшена. Be especially careful that your parents and family members will not see all the signs of Krishna's lovemaking on your body. И особенно опасайся того, чтобы твои родители и члены семьи не заметили следов от занятий любовью с Кришной на твоем теле. In this way she tries to keep Shrimati's attention with their dressing and ornamenting service. И таким образом она пытается обратить внимание Шримати на их служение, одевание и украшение ее. How fortunate are these maidservants! The aspirants should learn this expertise in service from them and become similarly fortunate. Как же удачливы эти служанки, практикующие преданные, должны учиться такому опыту в служении у них и впоследствии стать такими же удачливыми. Шрипада is so fortunate to get the service of making up Shrimati's hair that has become disheveled like a spread out peacock tail during her amorous pastimes. И Шрипада очень удачлив, что получил служение заплести волосы Шримати, которые во время ее любовных игр были распущены и походили на раскрытый хвост павлина. The maidservant cleverly disentangles Shrimati's big bunch of cloud blue curly hair with her nails, combs it with a jeweled comb, and braids it with a garland of blooming jasmine flowers. Очень искусно служанка распутывает большой пучок вьющихся черных синеватым отливом волос Шримати своими ноготками, расчесывает их драгоценным гребнем и заплетает их в косу, вплетая в нее нить цветов жасмина. She collects all the pearls that have fallen off Shrimati's necklaces and had broken during the love play, restrings them and hangs the necklace back around her neck. Она собирает все жемчужины, которые упали на пол с разорванного во время любовных игр ожерелья с вами, затем нанизывает их заново и одевает на ее шею. Then she paints collyrium around her eyes. Затем она подводит тушь в ее глазах. Just then
Swamini's girlfriends and to the kunja, covering their mouths with their veils and giggling, making wave after wave of laughter and joking. В этот момент, хихикая и прикрыв свои лица вуалью, кунжу входят ее подруги, создавая одну волну шуток и смеха за другой. Hearing the sweet words of the Sakyas and seeing their ecstatic behavior, Radha and Krishna forget about going home. Слушая сладкие слова Сакьи и видя их экстатическое поведение, божественная чета забывает о том, что должны идти домой. Then, on Vrinda's indication, the old she monkey Kakati encourages them to go home by making hints about Chatila, Radhika's mother-in-law. Затем, по указанию Вринды, старая обезьяна Какати подстрекает их идти домой, напоминая о Джатиле, о свекрови Радхики. How pitiful is then their Vidya Lila, the pastime of separation, which now follows. Как же жалостливо затем их видая лила кра разлуки. Now it is time for you to go, for them to go, to their homes. Сейчас пришло время идти им по своим домам. Я извиняюсь, я хочу кое-что добавить к этому, к этой картине описания. Шрила Бхакти Прагьян Кешава Сен Махарадж написал Мангаларати, который мы здесь поем. Вот. Он описывает Нишанта Лилу, то есть конец ночи, пробуждение Рады Кришны, как и комментарий есть к этому Мангаларати. Как Вринда Деви посылает птиц, птицы сладостно щебечут, чтобы пробудить Раду Кришну, но они не хотят разлучаться. Еще Шримати Радика еще сильнее обнимает Кришну. И вот тогда, когда Джатила видит, что ее прием, сладостный прием, пробудить Раду Кришну удался, она посылает обезьяну Какати. И так кричит: «Джатила!» Джатила означает «солнце встает». Джа означает «встает» или «идет», «приближается». А тила означает «солнце». Но джатила также означает «свекровь Шримати Радики». И это пугает Шримати Радику и Кришну. Они вскакивают с постели, поэтому я сказал, что переполошены, испытывая страх, они начинают в попахах что-то там натягивать из себя. А потом Шримати Радика, Манджари, приводит их в порядок. Radha Charan Prabhu is saying that here in Munger Mandir they are singing Mangala Arati, and it was composed by Srila Bhakti Pragyana Keshava, the Swami Maharaj. And in this Mangala Arati, it is saying how in Nishanta Lila, at the end of the night, how divine couple is awakening, and how on the order of Vrinda Devi, birds are coming, and very sweetly they are trying to wake them up. But Radhika and Mohan, they don't want to be separated, and they're like hugging each other more tight. That's why Vrinda Devi is sending this old she monkey, Kakati, and when she's coming, she's yelling like Jatila, Jatila, and Jatila means the rising of the sun. Ja means like go, rise. And Tila means sun. So she is saying like the sun is rising. But when Radhika and Krishna, when they're hearing the name of Radhika's mother-in-law, they become afraid and they're starting to put on clothing on them, and some mistakes can happen. So Manjari's, their service is to do everything right and to see who is wearing what. Джайнанда говорил о том, что игры имеют бесконечное разнообразие. И иногда внешне кажется, что есть ошибка. Внешне. На самом деле там нет ошибок, потому что там все во власти совершенной любви. Там не может быть ошибок. Но йога-майя так устраивает, что как бы ошиблись,
И Манджари не заметили, что Шримати Радхике Питамбара, и она приходит уже в Явад с Питамбарой, и Мукхара заходит в комнату, в покой Шримати Радхике, и видит эту Питамбару, и у него вопросительный взгляд. Что это? И в это время Туласи Манджари, понимая создавшуюся ситуацию, она быстро открывает окно, и вот это вот восходящее солнце, оранжевый свет, он проникает внутрь, отвлеченный на этот всплеск света. А Мукхара смотрит на него, и в это время Туласи быстро подменяет Питамбару на Ниламбару. Типа, смотри, Ниламбара в желтом свете, она вот желтая. Ниламбара синяя даже. And it is said that their lilas, it cannot be a mistake, because they are very, like, variety of lila. They are not the same each and every time. And when divine couple is changing their clothes, so it's arrangement of Yoga Maya that Radhika can come in this Krishna's clothing to her own house. And in her bedroom, even she is still in Krishna's garments. And when her grandmother is coming and she's seeing on her granddaughter this Krishna's clothes, she becomes astonished. But at the same time, Tulasi Manjari is opening the windows and this sunlight, orange, is coming through the window. And when Mukhara is like, she's looking at this flash of bright light, Tulasi is changing garments. She's changing Pitambara to Nilambara, to blue clothing of Radhika. And when Mukhara again, she is looking at her granddaughter, she's seeing that she's in blue. And Tulasi is saying that, oh, probably you are mistaken, because everything which is under this bright, bright yellow light become also golden or something like this. That's all what I had desire to add. They stare at each other's faces, causing an ocean of love to arise in their hearts and streams of tears to trickle from their eyes. Сейчас пришло время им идти в их дома. Они пристально смотрят в лица друг друга, заставляя вздыматься океан любви в их сердцах, и потоки слез начинают течь из их глаз. Madhava, we have been left by you, but on the strength of our love we will meet again. Мадава, мы должны расстаться, но благодаря силе нашей любви мы снова встретимся. Now I cannot see you. Как я могу не видеть тебя? They look at each other with anxious eyes as waves of love swell up. Rai has fainted, and Madhava has fainted. Они смотрят друг на друга взволнованными глазами, и волны любви вздымаются в них. Рай теряет сознание, и Мадхава тоже теряется. When will they meet again? Lalita exclaims, Sumukhi, Sumukhi, and takes Rai on her lap. Когда же они увидятся вновь? Лалита восклицает, О, Сумукхи, Сумукхи, и усаживает Рай на свои колени. And the Sakis exclaim, Kanu, Kanu, while tears stream from their eyes. А Саки восклицает, Кану, Кану, в то время, как слезы льются из глаз. The Sakis then take Radha home, and Krishna slowly, also slowly goes his way. Затем Сакхи отводят Радхику домой, а Кришна медленно уходит в свою сторону. Suddenly, Shrimati remembers that she had forgotten her blouse in the kunja.
Внезапно Шримати вспоминает, что она забыла свою блузку в кунже. She's too shy to ask for friends to go and get it. So she gives a hint with her eyes to Shripada in his kinkari form to go and get it. Она стесняется попросить своих подруг пойти и принести ее. Поэтому она дает знак своими глазами Шрипаде в его форме кинкари пойти и принести ее. The maidservant quickly goes back to the kunja, finds the blouse and secretly gives it to Swamini, who is very happy to get it back. Служанка быстро возвращается в кунджу, находит блузку и тайно отдает ее Свамини, которая очень счастлива получить ее обратно. Then she returns to her house in the village of Yavat with her friends and goes back to bed. Затем она возвращается вместе со своими подругами в свой дом в деревне Яват, ложится в свою постель. In the morning, Mukara enters Shrimati's bedroom and says, "O Radhe, O granddaughter, where are you?" Утром Мукара входит в спальню Шримати и говорит: "О Радха, о внученька, где ты?" The Sakis also help Shrimati to wake up when Mukara suddenly notices Krishna's yellow scarf on Shrimati's body. Таки помогает Шримати подняться, и тогда Мукхара замечает желтые одежды Кришны на теле Шримати. Angrily, Mukari says, "Vishakhe, what is this? I saw this splendid yellow cloth on Krishna yesterday, and now I see it on Radha's limbs." Гневно она говорит: "Вишака, что это такое? Я вчера видела эти сияющие желтые одежды на Кришне, а сейчас я вижу их на теле Радхики." Alas, what kind of behavior is this for a housewife with an unblemished reputation? Увы, увы, что за вид поведения для домохозяйки с безупречной репутацией? Vishakha is startled by Mukara's words, looks at Radha and thinks, "Oh no, what is this? It is Krishna's yellow cloth." Vishakha смотрит на Радху и думает: "О нет, что это? Это же жёлтое тхоти Кришны." В английском написано не тхоти, а одежда. То есть это может быть что? Питамбара. Ага. Так, continue. Then she quickly gets herself together and says, "O bewildered, blind old lady." Затем она быстро приходит в себя и говорит: "О сбитая с толку слепотой пожилая женщина." Just see, it is the sun rays pouring in through the window that make our Saki's blue cloth look like a yellow one. Взгляни, это же лучи солнца, входящие в окно, заставляют синие одежды нашей Саки сиять желтым цветом. While Mukara looks at the window, Shripada, in his kinkari form, exchanges the yellow cloth for a blue cloth so quickly that no one notices it. И в то время, пока Мукхара смотрит на окно, Шрипада в своей форме кинкари меняет желтые одежды на синие так быстро, что никто даже не замечает этого. When Mukara looks at Shrimati again, she sees that she made a mistake and shyly goes off. И когда Мукара снова смотрит на Шримати, она видит, что ошиблась и стеснёт. Then Shripada sees that Swamini's limbs are all bruised by Krishna when he made love to her. So she quickly conceals these marks with colored substances
like haldi, musk, and kunkuma, so that Shrimati's family members will not see it. Затем Шрипада видит, что тело с вами покрыто синяками, нанесенными Кришной, когда они занимались любовью. Поэтому она быстро маскирует эти знаки такими красящими субстанциями, как халди, это куркума, да? Куркума, муск и кункума, да, красная, для того, чтобы члены семьи Шримати заметили их. And that concludes the commentary to verse 7-6. Так заканчивается комментарий стиха 76. What a story. So, usually, how to translate Vishram? It's like close. Close without fear. Close? Close means nearby. Yeah. Without fear. Without fear. Which word? Vishram. It's not mentioned. No fear, huh? Closeness, no fear. It's better to find in... I heard in Harikatha, but I'm not... I heard in explanation to Udva Sandeshas many, many years ago. So you mentioned Vishrama is like a friend. It's prema of friends. Prema prema. So interesting was Uddhava went to see Braja. But this mentioned, you know, to see the Nanda Baba and Yashoda Mai. But, you know, and then Gopi. But especially, at least Bhagatam, Uddhava, you know, it not mentioned Uddhava see the cover of Gopi. I heard. Я слышал следующее, просто Джонда спросил про Вишрамба Прему. Я слышал это объяснение много лет назад, это, может быть, до 99-м. Когда я слышал объяснение Удва Сандеш, это произведение Рупа Госвами, о том, как Кришна из Матхуры посылает Удва в Вриндаван. И Удва несет с собой послание Кришне, Сандеш. И он встречается с Нандой и Шодой, встречается с Гопи на берегу Удва Хиари. То есть там озеро. В Кандамовой роще, недалеко от Нандагауна, в деревне Кришны, где Шримати Радика вместе со своими подругами, и Шримати Радика она очень сильно разлука. Вот. И Удава видит то, что происходит, то, что деревья и цветы, они чувствуют себя хорошо во враче, потому что их любовь... Вивек Шунья Према, то есть они не понимают, что Кришна ушел, что он не во Вриндаване, что он в Матхуре. Друзья Кришны понимают, но когда они погружаются в мысль о нем, в размышления о нем, рассказы о нем, они видят спурти и испытывают счастье от этого. Поэтому Кришне нет необходимости возвращаться к ним, потому что они испытывают счастье от этих спурти. Но в Гопи их према, утканта према, и спурти их не удовлетворяют, их нужно непосредственное служение. Вот оттуда вот. И Кришна говорит Гопи, передает послание через Удову, скажи им, что то, что они видят каждый день меня, это не спурти, это я сам прихожу. I heard many years ago explanation for Udava Sandesh of Rupa Goswami. In this book, Rupa Goswami explained how Krishna is sending Udva this message, Sandesh, to Vrindavan, to Gopi. And he saw different state of different personalities in Vrindavan. He saw what plants, trees, they okay, because they prema, vivek shunya prema. That prema, which is no vivek, they not understand it. Krishna is gone to Mathura. For Krishna, no need to visit Vrindavan to make happy with plants and trees. Also, no need to come to his friends because then they in separation due to their prema, Vishramba prema. They can see spurti and they become pleased by this spurti.
they supported by this spurti. But gopi not pleased by spurti. They have so much eagerness for direct service. What is why their prema is called utkanta prema. And Krishna telling through Uddhava to gopi, what you see, it's not spurti. I'm coming every day to support you, to make you alive. It's not spurti. I'm coming. Because otherwise you will never be satisfied. What does mean they prema means utkanta prema, that prema which is that eagerness which is not satisfied. So this is so in my feeling is like in the Bhagavatam, because maybe Uddhava and Krishna, some kind of Vishrambha prema, because they're friend. So but Krishna wants to teach this gopis love, utkanta prema. So therefore, in the Bhagavatam, Uttama may met, you know, of course met, you know, covered boy. But the importance is this Nanda Baba, Yashodama is Baba, and feeling, and also this is gopi, especially Radhika's mood. And he met Srimati Radhika. Because it's okay. Yeah, this is single ones. Удава встретил там Шримати Радику, и поэтому в конце, когда уже вся Кришна Лила завершилась, вообще вся Баума Лила, то есть не только Вриндаван, и Двараки закончилась, он вернулся в Вриндаван, в то место, которое сейчас называется Удавакунда, и стал травой. И есть молитва Шримад Бхагаватам, которую Наранга Сен Махарадж комментирует и говорит, там он молится о том, чтобы взять травой во Вриндаване, чтобы гопи, проходя, оставили пыль своих стоп на этой траве. Но Шрила Ранга Сен Махарадж комментирует, все говорят, здесь гопи в единственном числе. Это означает, что он медитирует на пыль со стоп Шримати Радики. Шрила Ранга Сен Махарадж explained, then Krishna Lila all was finished in Dwaraka Lila, this part. Uddhava returned to Vrindavan. Even he was afraid when he visited Gopi and saw the strong feelings of separation, he was afraid. But after this, he returned and he came to the place which is called Uddhava Kunda, now close to Govardhan. And in Bhagavatam, we can find his prayer, where he is praying to become grass in Vrindavan, because then Gopi will go, they will left the food dust on his grass, on him, on his head. And Srila Ranga Gosvami Maharaj giving commentary to this verse, and he's telling here, word gopi, in singular, not plural. He's meditating on the food dust of Srimati Radhika. He wants her mercy. Because before he met her, and he saw her love. So Uttama Kunda is that place, Uttama Kunda. Uddhava Kunda находится рядом с Говардханом. This Uddhava Kunda is close to Govardhan, on the Parikrama. Yeah. But so, could you explain the past time in Uttama Kunda? Why you mentioned Uttama Kunda? Because his prayer was in Uttama Kunda. In this place. Uttama Kunda. This is very interesting. Uttama Kunda is just opposite of Simsanada. Я, дорогие преданные, я прошу прощения за столько подробностей, которые... я просто, на самом деле, я вначале просто хотел объяснить слово «когда». «Когда». Поэтому использовал слово «утканта». Отсюда вот это. Хотел объяснить, что значит «утканта» — вот это жажда постоянно, что неудовлетворимо. Вот. Не было желания рассказывать про Удава Сандарш. Как оно всплыло. Я к тому, что нас просто, я вспоминаю, как Шрила Гурудев, он учит быть хай, то есть погружаться в настроение, комментарии Ананта Садабаджи Махараджи и не отходить от темы. Но, к сожалению, я еще не стхай. Рады. Спасибо вам большое, рада. Спасибо, прям какой-то удивительный опыт.
Я бы хотел, да, закончить эту историю, которая разворачивается в комментарии. Мы видим, что в Кунже Шримати молчит. Шримати молчит, когда Манджари пытаются уговорить ее сменить одежды, объясняя тем, что обычно Манджари вообще не говорят, они просто действуют. Но из этого молчания Шримати мы можем заключить, что она не соглашалась на те безмолвные действия, которые обычно совершают Манджари. Она не отдавала, она не переодевалась, она не давала, как сказать, замазать свои, сказать, ссадины, переодеть себя, не давала. Не потому что они не замечали, нет. Они замечено все было, замечено было, и это видно из стиха, из комментариев. Но пробудилась Шримати Ратики, вот пробудила в ней вот этот крик ее бабушки Мукхары, он поставил точку в этой истории. Вдруг Шримати изменила настроение, вдруг она вдруг осознала, где она находится, кто она, где она. То есть у нее вдруг сменилось это оживление, и в этот момент стало возможным смена одежды и все остальное. А до этого они так и расстались. Они в этом состоянии и расстались. То есть мы видим из комментария, как эта история развернулась в своей красоте, в полноте своей развернулась. Несмотря на то, что Манджари Шрипад уговаривал ее на то, чтобы все изменить, все привести в порядок, этого не получилось. Этого не получилось. В финал мы видим в конце, когда точку ставит бабушка Мукхара. Вот. Ради. Дамодар Прабху, he wants to conclude this beautiful Lila, the last scene. And he is saying that in the Kunja, Manjaris, they were trying to do their service as they're always doing, like silent service. But we can see in commentary that they could not do this because of the fact that Shripada and his kinkari reform, he was trying to convince Radhika by words. He was trying to say to her because like silent seva didn't work. But as we can see, Radhika left Kunja not proper way, not in her own clothing. And the last point was said by grandmother Mukhara, and her yelling, her presence took Radhika out of her deep absorption in Krishna. And then she realized, who is she, where is she, and what is going on? And before, as we can see in commentary, she was in completely different state of mind. So when Granny came to her, and she was like, she was surprised, and what's happening? What is this on you? And suddenly, Radhika, she realized this, her state, and this mistake with clothing, and only that time, Manjari could do her service finally of changing the clothes, and before she could not do. Only Manjari protect Radhika. Not Azaman. So therefore Swamini is completely dependent on the Manjari and Kinkari. And Kinkari is also dependent on Radhika. This is very beautiful. Джананда Прабху сказал, что Джананда Махарадж сказал, что только лишь Манджари защищают Шримати Радику. Вот. Они смотрят за всем, поэтому она полностью на них полагается. Да. Дорогие преданные, сейчас время встречи подошло к концу, поэтому мы сегодня заканчиваем.
Я благодарю всех, кто принял участие, всех, кто делился, Дамодара Прабу, Удава Прабу, Джананда Махараджа, Говинда Мохини за перевод. Спасибо большое.